посвящается Андрею Басистому. Especially for my friend Andrew Basisti. Настоящему индейцу надо только одного. Да и этого немного, да почти что ничего. Если ты чувак-индеец, ты найдешь себе отек. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Эх, трава, травушка, травушка, муравушка. Эх, грибочки, ягодки, да цветочки, лютики. Эх, березки, елочки, шишечки, иголочки. Эх, да птички, уточки, прибаутки, шуточки. Ах, а если наш индеец вдруг немного загрустит, он достанет папиросу и покурит, посидит, посидит, подумает, что-нибудь придумает. Ну а если грустно станет, так он песню запоет. Эх, трава, травушка, травушка, муравушка. Эх, березки, елочки, шишечки, иголочки. Эх, цветочки, лютики, да грибочки, ягодки. Эх, да птички, уточки, прибаутки, шуточки. Ху! Ху-ху! Ха-па-ра-ра-да-ра! Та-та-ра-ра-да-ра-ра! Па-ра-па-ра-па! Па-ра-па-ра-па! Па-па-ра-ра-ра! Да под вечер все индейцы соберутся у стола, заголотят трубку мира, прояснится голова. И про прерии, и про стор поведут свой разговор. Где ж вы, кони, мои кони, что несут во весь опор? Эх, трава, травушка, травушка, муравушка. Эх, березки, елочки, шишечки, иголочки. Эх, грибочки, ягодки, да цветочки, лютики. Эх, да птички, уточки, прибаутки, шуточки. Ху! Thank you! Thank you very much! Don't forget to subscribe this channel, give me a like and write me some nice comments. My name is Oleg, I'm still traveling all around the world. Don't forget to send this video to your friends. And push the red button, subscribe, and push the bell at the right top corner of this page as well. Андрей, тебе привет. Как видишь, мы отдыхаем хорошо. Я надеюсь, ты понял, что я просил сейчас сделать. Караоке в поле в Лаосе состоялось. И я безумно счастлив. Друзья мои, увидимся на краю света. Я надеюсь, вы поняли, о чем я сейчас просил на английском языке. Для тех, кто плохо знает английский, я сейчас еще раз уточню. Пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментить хорошими словами, поделиться этим видео с друзьями, а также нажать на колокольчик в правом верхнем углу этого канала возле кнопочки «Подписаться». И еще раз передаю горячий привет семье басистых и персонально Андрею. Да, вот я ловил кадр этого распада, но все никак не удавалось это сделать. Где он там?
Вот он тут. Вот, 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 вот. Надо мной летают аэростаты, то есть воздушные шары. Это все я хотел его словить, поэтому я так крутился много. Друзья мои, всех целую, обнимаю. Родные, тоже вам привет, всех люблю, целую, обнимаю. Пока.